разучился играть. Где я? Здесь темно, я ничего не вижу. Я смотрю, ты еще жив. Мэри, это ты? Что происходит? Где моя твоя мать? Моя мать? Ты убил ее, помнишь? Да. Верно. Я убил ее собственными руками. Что же я наделал? Я был слишком слаб. Я поддался его влиянию. То есть ты же стал одержимым? Отец. Да, мной манипулировали. Дьявол по имени Вирджил. Вирджил? Он хочет превратить мир демонов в настоящее время. Мир когда-то запертый Спартой. Спарта, я думал, это легенда. Если вернутся демоны, этот мир будет поверг в хаос. Останови его. Останови его. Я? Ты такое милое дитя, совсем как твоя мать. Папа? Папа! Итак, продолжаем проходить Devil May Cry 3. Миссия 11. Вместе организуйте встречу гостю из прошлого достойную встречу. Да. Let's go. Let's rock. Так, конечно же, лучше бы я другое бы оружие бы использовал бы сейчас, но... Ну, точнее, вместо огнеруда. Ой, ё-моё. Вот это я грохнулся неожиданно, честно говоря. Кстати, по-моему, тут нету красной печати. Вот, по-моему, потом будет веселее. А этот демон появляется только тогда, когда мы его не видим. То есть, чтобы убить одного, нужно не видеть обоих. Достаточно бывает сложно их убить. По причине то, что они-то уходят, блин, в свой. Не до инвиз, блин. Ну ладно, это, в принципе, легко решается. А вот Тарь Зуан. Ну и тут у нас такая маленькая загадка, которую решить. По сути, легко. Только теперь то, что... Кстати, если проходить первый, второй Devil May Cry, вот это место, вот этот момент будет знаком частично.
если не ошибаюсь. А это секретная миссия. Я в нее заходить не буду. Ибо не. Или это не секретная миссия. О, секретная миссия должна быть. А, нет, не секретная миссия, обознался. Ну, ибо я не помню уже половину того, что в Devil May Cry в третьем. Это сейчас помню в основном в четвертом. Носатые выгравлены три странных лица. Два из них плачут кровавыми слезами. Вот, вот она, в принципе, вся и загадка. То есть надо вот эти каменные голубы с изображениями этих идиотов поставить туда. Кстати, по-моему, потом, когда мы тут будем проходить на каком-то... на какой-то миссии. А, кстати, тут можно уничтожить и найти еще одну такую штукенцию. Нет, точно помню то, что тут где-то была миссия секретная. По-моему, только после того, как мы тут тоже второй раз пройдем. Отлично. Прекрасная печать, значит, кто-то тут, блин, есть. С кем надо драться. Ну, мини-босс, который теперь вообще перестал считаться как мини-босс, блин. Кстати, избавиться от этой хватки можно только если превратиться в демона. Че, решил забочить все мои атаки? Плохой выбор. Особенно как... Блин, не успел. Одновременно уворачиваться от нескольких врагов надо, блин. Блин, не успел. Блин, я все забываю то, что... Отстань от меня! Да сдохнешь ли ты, тварь, уже? Проклятие ада, блин. Не только. Кстати, не показалось, что тут скоростные сферы были. Ладно. Я, кстати, снять эту пушку, которая на правой руке от меня задолбала немножко. Кстати, это сделать, по-моему, можно вот в этом месте. Если не ошибаюсь, то когда... Нет, я, значит, ошибаюсь. А, перед боссом можно это сделать. Тележка воздержания. Ну и тут, конечно же, будут на нас в любом случае нападать. Вот такие вот хрычи неопределенного характера.
мочить сразу, блин, двоих врагов одного гимена, это бесценно. Кстати, по-моему, в каком-то из уровней сложности тут даже будет где-то вот этот мини-босс убийственного характера. Эу. Ой, мама. Ой, мама мия. Как я, кажется, дожил. О, все. Прошел. Так. Так, после... Так, что надо использовать на этом боссе? Потому что не помню. Ну, лучше всего, по крайней мере. Так, вместо Артемиды спираль поставим, а вместо Агнии и Руты Нева. Нева. Так. Сейчас вспомним немножко. Окей. Спарта! Спарта! О, какой ты невежливый. Тебя мам не учил, как вы сидели? Этот запах. Я знаю его везде. Ох, да ладно, в следующий раз побрызгаю дикаоном, хорошо? Этот смрад. Предателя, этот запах проклятий Спарты. Я уничтожу всех, кто в крови связан с Спартой. Сынок убирает за своим папочком с такого истории. Ну, с этим боссом драться одно неудовольствие, честно говоря. Но я помню, его обожал за что-то, но не помню за что. А по-моему только, блин, это... Окей. Забыл только то, что, по-моему, только при этом. Здесь стрелок нужен. Ну я помню, как против этого босса сам биться, это надо от него отстреливаться чаще всего. Потому что достаточно сложный. Только отстреливаться не всегда получается, честно говоря. Ух, ю. Просотелс!
Ую! Блин, можно, кстати говоря, от этого всего уворачиваться. Блин. Я забыл вообще, как драться против этих всех боссов. Зато точно почти помню всех боссов, как их зовут, блин. Тихо. Извиняюсь, меня подхитили. А это тебе подарочек. Ой, мама. Только ему, кажется, подарочек ему не понравился. Все, чем ему не понравился мой подарок. Сейчас она, кажется, будет. Ой, ё, порасотелся. Я забыл про этого противного, одну из противнейших его атак. Напоминаю, прохожу на нормале, так что... Апокалипсис случается или еще какой тут? Нате. Ненавистен тот в жилах, которого течет кровь Спарты. Хоть мои глаза не видят, я не забуду твой запах. Если придется, я буду преследовать тебя вечно, пока не избавлю землю твоего смрада. Почему я постоянно расследую кашу, заваренную моим отцом? Ладно, остальное, держи себя в руках. Не успеваю читать. Миссия пройдена.